Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в этом году стали американские исследователи биологических часов человека. Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг изучили циклические колебания биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Согласование этих процессов имеет принципиальное значение для здоровья человека. Официальная церемония награждения пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря. А премию лауреатам будет вручать король Швеции.